Мобильный офис начал работу в 12 часов, и на протяжении всего дня жители города смогли подойти к стойке и узнать, имеется ли у него задолженности по оплате кредита или какие-нибудь штрафы. Сегодня судебные приставы расположились в ТРЦ «Кумертау» проведение акции «Узнай о своих долгах». Цель этой акции является привлечение лиц, граждан города Кумертау, чтобы они узнали о своих долгах, и если они есть, конечно же, пришли к нам в отдел и оплатили их. Кроме того, приставы объяснили гражданам методику пользования базой данных ФССП, где каждый житель города может ознакомиться со своими задолженностями и оплатить их. Налоговые, кредитные, коммунальные задолженности, штрафы ГИБДД. Судебные приставы знакомили народ не только с работой базы данных. Повторюсь, здесь прямо на месте у всех желающих с помощью специалистов была возможность проверить, есть ли у него долги. Желающие граждане подходят, значит, к нам, говорят свою фамилию, имя, отчество. Мы, соответственно, вводим фамилию в базу данных, которая у нас имеется, и проверяем на наличие задолженности. В случае, если устанавливается должник, мы выдаем в данном случае сейчас извещение о явке к судебному приставу исполнителя для решения вопроса об оплате задолженности. Место проведения акции выбрано удачно. Помимо большой проходимости, а такие акции судебные приставы стараются делать именно в людных местах, у граждан, узнавших о своих долгах, была возможность сразу же оплатить задолженность. Конечно, можно. По квитанционной книжке мы можем долг принять. Это вам облегчает работу? Конечно, облегчает. В общем, должнику и нам эта работа облегчает. С начала года судебными приставами Кумертау было взыскано более 13 миллионов рублей за задолженность по налогам. Уплата их – это обязательные платежи государства. Однако в нашем городе немало тех, кто хочет этот закон обойти. Должников очень много. Сегодня у нас проходит рейд по должникам, которые имеют задолженность свыше 200 тысяч налоговых платежей. Должники у нас уклоняются, по вызову к приставу-исполнителю не являются. Вот мы проводим исполнительские действия. При поступлении исполнительного документа судебный пристав дает гражданину 5 дней, чтобы добровольно оплатить долг, после чего применяются меры принудительного характера. Это арест денежных средств или имущества. На сегодняшний момент нами осуществляется выезд совместно с Кумертауским городским отделом службы судебных приставов в связи с распоряжением Управления Федеральной налоговой службы по Республике Башкортостан и Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан. Распоряжение, по сути, состоит из того, о взыскании налогов с физических лиц с суммой задолженности более 200 тысяч рублей. Сейчас нами осуществляется выезд с целью ареста имущества должника. Судебными приставами был осуществлен выезд к одному такому должнику. В собственности у него приставы выявили 2 помещения, на которые были наложены аресты. Наложение ареста на гараж, на нежилое здание, помещение подачи глины, галерея подачи глины. Все это проводится с целью взыскания налоговых платежей, исполнительских сборов. С момента наложения ареста у должника есть 10 дней на погашение задолженности, которая, напомню, составляет более 200 тысяч рублей. Если в этот период долг не будет погашен, то данное имущество будет продаваться. Через 10 дней я собираю весь пакет документов и направляю на привлечение специалиста-оценщика. Оценщик оценивает, и мы уже по отчету оценщика направляем на торги, скорее всего, это потому, что имущество будет превышать 500 тысяч рублей. В связи с этим судебные приставы просят горожан своевременно оплачивать свои долги, чтобы штрафы не превращались в аресты имущества. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, Сергей Николаев, телекомпания «Арис».